Консу. Главный у нас хозяйственник. Дипломаты. Молодые, будущие дипломаты. Еще раз поздравляю вас и всех ваших коллег. Передайте, пожалуйста, от меня самые добрые поздравления, пожелания президенту страны, всему народу Китая, Китайской Народной Республики. И Китай – это дружеская страна, близкая к нам. Она становится все ближе и ближе из-за программы «Один пояс, один мир». То есть логистически она становится ближе, и экономически, и естественно, и политически тоже. Я считаю, что мы должны обязательно расширить, углубить наши отношения с Китаем. И на этом у нас есть потенциал.